тачка, самолет, либо Сапсан. В этой гонке старт на нулевом километре, а финиш здесь, на Дворцовой площади, где я их жду. Сейчас начинается гонка. Всем привет, друзья! Меня зовут Алексей Столяров, и рядом со мной мои потрясающие друзья-блогеры Габар и Никитос. Я собрал вот этот идеальный золотой состав для того, чтобы раз и навсегда выяснить, какой вид транспорта быстрее из Москвы в Санкт-Петербург. Вечные споры: тачка, самолет, либо Сапсан. Я никогда не ездил на Сапсане. И мы сейчас находимся в центре Москвы, на нулевом километре. Именно отсюда начинают свое начало абсолютно все дороги в нашей стране. Габариус. Я птица. Он отвечает за Сапсан. Никитос, естественно, за что, скажи? BMW. BMW. Естественно, наш самый лучший автоблогер нашей страны будет сегодня гнать на тачке по самой быстрой дороге. Считать, что это реально самая быстрая дорога в нашей мире. Стране. Ну, в мире. Что? Серьезно? Да, это единственная дорога, на которой ограничение 150. Ну, естественно, кроме автобана немецкого. Окей. И я, ребят, самолет, который короче всех летит, но все мы знаем про регистрацию, про время... Задержки. А на Дворцовой площади в данную минуту уже, ребята, в данную минуту стоит наш агент Настюрик. Задача такая, что мы прямо сейчас от нулевого километра начинаем бежать. Мы с Габаром в такси, я в Шереметьево. Я в метро. Не работает. Такси, брат. Работа, но я на метро еду. Что-то я не подумал об этом, это же будет... Короче, мы от нулевого километра сейчас стартуем. Кто быстрее коснется на стюрику Александрийского столба, это по центру Дворцовой площади. Какого именно места коснуться надо? Да, вот так, до плеча. Так, звоним на стюрику. Доброе утро. Да, Настюрик, скажите, пожалуйста, находитесь ли вы на точке? Да, я уже вообще-то, в отличие от вас, на Дворцовой площади. Да, самое главное, что мы забыли сказать. Еще, естественно, кроме лавр, что ты первый и можешь действительно стебать потом своих друзей, у тебя еще есть возможность выиграть приз. Человек, который проигрывает, приезжает третий, должен отдать 100 тысяч рублей тому человеку, кто приедет первый. Да ты что, охуел, блядь? Самое еще главное, у нас будет три критерия. Обязательно вы досмотрите этот ролик до конца, потому что это реально будет интересно. Мы кроме скорости еще комфорт возьмем, еще и стоимость. У кого вышло дороже, у кого дешевле поездка. Давайте на счет три и начинается гонка, да? Мы начинаем прямо сейчас. Ну а как ты хотел? Есть мандраж! Готов бежать? Да. Давай. Раз, два, три. Понятно. Всем пока, всем удачи. Пока, ребята! Так, заказываем таксишку. А таксист сейчас не просто вызовет, ребят. Okay. В общем, абсолютно спокойно. Сейчас едем на больше трех вокзалов, покупаем билетики и едем с комфортом. Пишите в комментах, как вы думаете, кто выиграет и вообще, какой транспорт вы предпочитаете, когда, например, едете в Питер. А мы в метро. Витас, мы стр***ем. Так, ребят, поскольку мы считаем еще и стоимость поездки, я взял с собой хотя бы одного попутчика, чтобы совсем не наглеть. Поэтому нашу стоимость можно смело делить на два. Вот она, малыха! Все, быстро! Какая подстава, прикиньте, как бы я провафлился, если бы у меня не было с собой налички. Я взял, я все предусмотрел. Так, ну конечно, ребят, глупо думать и говорить, что я не думаю, что я выиграю. Я думаю, что и по комфорту, и по цене, и по скорости я должен победить. Итак, ребят, ну что, мы уже на Комсомольской. Прошло ровно 13 минут с момента старта. Только уверенность и победа. Я беру всегда специально желтую таксишку, потому что, ребят, она едет по Ашке. Не понимаю людей, которые ездят бизнес-классом, потому что вот эти Mercedes и BMW, они не могут ездить по Ашке. А желтенькая может, поэтому, если мы сейчас встанем в пробочку, таксишка быстро все разрулит. Карта не считывается. Что, гоните? Серьезно? Чувак. А спереди еще какая-то тема, это что это? Вы что, гоните? Вот. Зачем две эти штуки, зачем? В общем, ребят, у нас не случайно именно эта тачка. Здесь у нас 3 литра дизель. Бака полного хватает на 700 километров, но нам ехать чуть-чуть больше. Поэтому как бы, ну, придется так или иначе один разочек остановиться. Мне там кто-то звонил. О, Никитос, не знаю.
Кто-то выехал с парковки. Ему конец. Не против, что мы ролик поснимаем, кто быстрее из Москвы в Питер? Если надо, да, везу до Питера. Не надо, все, пока, пока. У нас, короче, история, кто, знаете, какой транспорт, вид транспорта быстрее? У нас один едет на машине, другой на самолете, третий на поезде, на Сапсане. Как вы думаете, кто быстрее будет? По-моему, Сапсан быстрее доедет. Да? Если он вовремя, а самолет? Вот мы едем уже в Шереметьево. Ну, пока доедет час. А сейчас сколько мы едем? Сколько мы нам до Шереметьево едем? Ну, где-то в районе 50, ну, час. Так, все. Мы, напоминаю, не нарушаем правила дорожного движения. Двигаемся строго с разрешенной скоростью. Спидометр поэтому мы не снимаем, Денис, если что. Главное сейчас вырваться из Москвы, успеть до пробок. Остальное уже приложится. Так, ну что, вот мы вышли из метро. С момента старта прошло 18 минут 44 секунды. А метро потрясающий быстрый вид транспорта. Не могу сказать, что мы несемся куда-то сломя голову. Да. Залетаем в вокзал, берем билет, прыгаем в поезд и кайфуем. Это люкс тяжелейший. Так, 53 минуты нам ехать до, получается, до Шереметьево. Там мы будем в 7.30, рейс у нас 8.50. Ну, в принципе, за 1:20 это классика, стабильно, мы не опаздываем. Мы едем ровненько, спокойненько, никого не напрягаем, как вот, знаешь, такие прилежные пассажиры. Я обожаю, но это ненавижу Сапсан. Ребят, между тем у меня самое настоящее событие. Я никогда не ездил на Сапсане. Вообще, серьезно? Да, я никогда не ездил на Сапсане. И по чинам. И в Питере я был, ну, лет 5 назад. Просто интересно. Никитосу звоним, ну, интересно, что у него там? Нам осталось 25 минут. Я слушаю. Никитос, ну ты выехал за МКАД хотя бы? 1 километр остался до МКАДа. Блин, ну мы почти у тебя на хвосте, такси тебя почти обгоняет. Скажи, сколько тебе в навигаторе пишет вообще в расчетное время? Ну, 6 часов 23 минуты пишет. Это абсолютный бред. Ладно, ну мы будем рассчитывать. Ну ты Дворцовую площадь, да, вбил, все правильно, просто на всякий случай проверяю тебя. Да, Александрийский столб. А ты скажи, ты уверен в своем виде транспорта, просто интересно? Слушай, я уверен. У меня почему-то, правда, вот я проехал километров 15 примерно, у меня почему-то в баке уже на 70 километров меньше стало. Не знаю, с чем связано, честно говоря, но надеюсь, что бинла хватит. Ладно, давай. Обманывает он меня, что они тоже там таксист их обгоняет, естественно, нет. Они его еще ждали по-любому долго, они там только выехали, скорее всего, даже нет сомнений. А мы уже буквально километров полтора выйдем на плат. Ну что, ребят, чтобы не создавать проблем, Никита убрал камеру. Вот наши заветные билетики, паспорт, что-то показываю, что... Ребят, берите кредит на Никитоса. Прямо сейчас мы залетаем прямо вот в этот вагон. Мы не будем это снимать, потому что пытаемся избежать всех возможных проблем, которые могут у нас занять время. А время у нас это самое дорогое. Я думаю, что он может легко меня обогнать. Я настроен на победу, понимаешь? Я готов рвать и метать. Все, мы на платке, ребят. Начало платного участка дороги, только что была надпись. Похожий эксперимент проводил Эрик Давидович. Это спор был. Мы поспорили с чуваком, кто быстрее до Питера, он на самолете, я на машине, я выиграл. Правда, ехал он на M760 Li, это бэха, семерка с V12 битурбо мотором. У него было чуть-чуть больше мощности, 5 раз, чем у нас. Вот, и ехал он 32 км в час всю дорогу, как он сказал. Мы будем ехать где-то 23. Цифры похожи, но как было. Когда едете по трассе, пожалуйста, всегда смотрите в зеркала. Там могу ***шить я. Я, короче, срезал и бах-бах-бах в кусты улетел. Ребят, вот вагон основной. Мы вот так проходим. Здесь можно купить билеты только с детьми. И когда мы подходим к кассе и говорим, нам необходимы билеты, они говорят, что есть два варианта. Билет за 70 тысяч в супербизнесе. И остались места только в детском купе. Они говорят, ну туда нельзя без детей. Я-то отец, и я, ребята, по свидетельству о рождении покупаю билет, где можно с детьми до 5 лет на коленках. Один билет на меня вышел в 5000 рублей, но я же могу сказать, что ребенок заболел. Разве не лайфхак?
сейчас к Габару 4 часа трястись. 4. Никитосу интересно, сколько трястись, а нам всего 40 минут. Сейчас спокойненько позавтракаем с тобой, Димарик. Спокойно все будет. Я что-то не сомневаюсь в нашей победе. Пока мы не отправились в полет, хочу вам напомнить, что у меня есть телеграм-канал, ссылка в описании. Просто так сейчас решил разыграть там 30 тысяч, 3 будет победителя, 3 рандомных подписчика, поэтому обязательно подпишись, там еще есть эксклюзив, который нигде не выходит, поэтому полезненько. Ссылка в описании под этим видео. Так, ну что, на площади я уже примерно час, время 6:50, и что я вам хочу сказать? Никитос пока уходит в отрыв, то есть ему до меня ближе всех 582 километра, прошел всего час. Но он может встать в пробку где угодно, или на платке, там долго просчитываться, я не знаю, что может произойти. Интрига бешеная. Самое лютое, это если мы подъедем, подъедет таксист Лерова, и мы вместе подъедем. Алло, Никит, давай без мата, пожалуйста, я в детском вагоне. Без проблем. Я вообще, в принципе, никогда не матерюсь, а еще никогда не нарушаю скоростной режим, кстати. Слушай, как у тебя дела? Слушай, да все с кайфом, вот еду по платке, ну, в принципе, пока уверен. Навигатор почему-то пишет, что ехать 6 часов, но я ему не верю. А у тебя там как дела? Появились дети, даже грудные дети. Просто когда я тебе звонил, это был супер люкс, а теперь нет. Ну, я желаю тебе комфортной поездки, не напрягайся там. Хорошей дороги. Спасибо, давай, Никитос. И тебе, братан, давай. Спасибо. Желаю тебе не выиграть. Ну, либо доехать хотя бы. Все, ладно, обнял. Быстро. Я все-таки реально не знаю. Шансы есть у всех, потому что время плюс-минус одинаково. Я вот жду с таким флагом, чтобы ребята меня точно не потеряли. А вообще мы реально должны здесь весь день быть? Может, пойдем поедим? Алло. Никитос, как ты там? О, слушай, мы проходим паспортный контроль. Подожди секундочку, сейчас я перезвоню, брат. Если он проходит паспортный контроль, значит, у него билет где-то на 8:30. Ну-ка, Сань, а посмотри, какие там есть рейсы. Сейчас, секундочку. Подожди, если 8:30, то это значит 9:30 он где-то прилетит, 10:00, да? 1,5 часа летит, смотрел. 10:00. Блин, а что так быстро-то? Потом, пока он выйдет, то есть и поси, потом такси, ДПС, то есть 11. Ну, я говорю, нам надо приехать в 11. Так все, получается, прям к 11 подъезжают, ну, если уже так. Плюс-минус, да, там, в этом-то и прикол, что все примерно поровну приезжают. Все, все паспортные контроли пройдены, теперь осталось вовремя вылететь. Будем звонить нашим соперникам, 1:20 до вылета, спокойненько пойдем позавтракаем, Димарик. Что там по билетам, Сань? Есть билеты на 8:30 и на 8:50. Ну, слушай, если он взял на 8:50, у нас прям сильно больше шансов. Это значит, что он только прилетит в 10:40, он прилетит. Блин, ну и что-то мне кажется, вот Габар, вот у него больше шансов. Вот у него больше, чем у всех шансов. Кстати, мне почему-то... он только на поезде приезжает, ему еще надо добраться тоже. А, там он от приезжает Ленинградки? В центр. Да, это, да, 10-15 минут, посмотрели. Итак, ребята, ровно 7:00, движение пошло. Знаете, есть маленький минус. Я еду в 10-м вагоне. Это последний вагон, и мне нужно пройти через весь вокзал. И это 5 минут сверху. Просто ходьбы, бегать не по вокзалу, потому что я нахожусь в самом последнем вагоне. Ребят, ну как мне комфортно и удобно. Алло. Никитос, ты как, брат? Да вот дверь проехал, как бы, в принципе, пока все хорошо. Реально? Да. Дверь проехал? Да, ну, я, ну если можешь геолокация... А, это только на стюрик, да, видит геолокация? Не, ну ты шутишь, какая нахер дверь? Чувак, за час дверь? Да. Ну, у меня две проблемы. Первая проблема, это то, что у меня уже полбака ушло. Вторая проблема, что у меня кончились тормоза практически полностью, то есть она вообще не тормозит. Слушай, ну, я отстаю от вас максимально, потому что я даже еще из Шереметьево не вылетел. А проблема в том, что ты будешь в 5 раз быстрее, чем мы, передвигаться. Даже не в 5, а больше получается. Ну что же, успехов, удачи. Ну, что я могу сказать. Пока, конечно, мы лидируем, но это лидерство может быть весьма фантомным. Блин, ну вот тут конкретный пробок. 10:37 у нас прибытие показывает. Мы просто встали, сука! Будьте добры, кашу, а какую будешь кашу? Давай вот эту, потутутную, вот, каша овсяная. Не, каша овсяная. Uh-huh. Сэндвич с бужениной. Селедка была у вас. Uh-huh. Давайте манты еще. И буду чача, 100 грамм.
Ну, короче, это не вагон-ресторан, это вагон-бистро. Стоячие места, не сядешь. Пол вагона, здесь такой кафетерий. Кафетерий, между прочим, обслуживает вообще весь поезд. То есть, когда я прочитал буклет, есть мобильное приложение, где ты можешь на свое место, ты можешь заказать все, что хочешь, кроме алкоголя. Алкоголь только здесь. Я взял сэндвич, селедку и второе. У меня вот это картошка и селедка, и лучок. Ну. Интересно, как там кабан. Давай мы тоже наберем. Алло, алло. Да, брат, привет. Что там у тебя, тихий час еще не наступил, можешь говорить? Да, я могу, короче, мы в бистро. А ты хоть раз ездил на Сапсане? Я первый раз еду на Сапсане. Да, я даже первым классом ездил, там очень круто. Но я так подозреваю, что ты не в первом классе. Я детским классом, слушай, ну я в восторге. А, слушай, это, конечно, здорово, но есть важный вопрос. А где ты сейчас едешь примерно? Проехали Крюково, какие-то дома, река была. Слушай, да мне без разницы, я буду вовремя. Это понятно. Но я вот просто Тверь проехал. А ты где? Я Тверь проехал. Пока ты точно лидируешь, просто я знаю, что ты Твери 3 часа. Ну, хочу пожелать тебе приятного аппетита. Спасибо. Очень быстро идет с опережением графика. Я думаю, что он может легко меня обогнать. Что я могу сказать? Я уже предвкушаю победу. А, так как я очень часто летаю Аэрофлотом, у меня есть карточка Sky Priority. Из-за этого нам с Димариком бесплатный проход в бизнес, и мы тут экономим бабки. То есть здесь, я уверен, мы сейчас завтракаем бесплатно. Мы завтракаем прекрасно. На Стюрику звоним. Настя, у нас 2 вопроса. Первый, это правда, что Никита за Дверь проехал? Да, Никита, вообще, я наблюдаю за тем, как вы движетесь, и Никитос, конечно, вас пока всех нагибает. То есть он Сапсан просто дергает? Пока только ты самый отстающий, Сапсан тоже ничего. Это понятно, мы через час будем самые нагоняющие. Ты болеешь за кого? За Никитоса, короче? Честно говоря, мы тут рассуждали, кто быстрее доедет, у кого какие шансы, и я ставлю либо Сапсан, либо тачка, потому что если Никитос не встанет в пробку, то он, скорее всего, первый придет. Остается 489 километров, мы снова выехали на платную дорогу, 12.08 пишет прибытие, но скинуть нам надо еще целый час, бензина уже осталось чуть меньше полбака на 170 километров, то есть в теории где-то километров через 150 нам нужна заправка. Старый, слышишь, у нас плохие новости, мы оба очень сильно отстаем от малого. Ладно. А ты где сейчас, расскажи? Я в Шереметьево завтракаю, а ты? Я в бистро бухаю. Понятно. Ну, в принципе, от нас ничего не зависит. Я не могу пилота заставить быстрее лететь, а Сапсан, чтобы быстрее ехал. Поэтому я предлагаю тебе делать акцент на комфорт. Хорошо, ладно, давай. Давай. Слушай, ну а что реально, комфорт-то у нас реально топ. У нас реально комфорт лучше. Ну, завтрак-то топ. Так, ну, короче, Леха сейчас завтракает. У него самый быстрый транспорт – это самолет. Конечно, он технически быстрее всех прилетит по времени, но регистрация, все это вы знаете. Никита может встать в пробку, а я вообще в Петербурге не ориентируюсь. Я в Питере не был 6 лет. У пацанов там лютая борьба. Габар уже расположился в Сапсане, кушает, все у него хорошо. Никитос там фигачит на все деньги, Леша пока ждет взлета. Блин, реально, как думаете, кто быстрее приедет? В общем, план такой. Я очень надеюсь, что на заправке будет заправщик. Чтобы не тратить времени, оплачивать я буду, естественно, наличными. Мы посчитали, 90 литров полный бак стоит 5700 рублей. Здесь 6. И я либо подбегаю просто в кассу, сразу кладу их, либо заправщик, если будет, я отдам просто заправщику, чтобы не тратить время на заправку. Скажу, оставить себе сдачу, сразу заливаем дизель и уезжаем. В туалет надо кому-то реально или потерпим 2 часа? Я бы сбегал. Но в любом случае, он тебе 90 литров за секунду не зальет. Надо, чтобы еще ручки не было. Заправки просто нет, нормально большая. Мама моя родная. Здрасте. Не нужно мыть. Слушайте, а можно вас попросить? Я вам дам наличкой 6 тысяч, чтобы вы просто сами в кассе оплатили. Мы просто прям очень сильно торопимся. Там будет примерно 5500 с бак. Угу. Нормально? Можно так? Да. Все, держите. Спасибо большое.
План сработал. Огонь. Ах, не знаю, зачем они все это устроили, если я могла сходить и оплатить то, что я все равно не иду писать. Мужики? Денис Торпеда просто. Ха-ха-ха, говорил, одна минута. Минута. Даже минуты не прошло, Денис, ты да. Как вообще это сделал? А вот так вот нахрен. Стерешь, что даже больше ему получается оставили. Блин, а чего? Ну ничего страшного, нормально. А. Все, достаточно, спасибо большое, закрывайте быстрее. Полный бак есть. У, ребята! Мы не потратим, мне кажется, ни минуты просто. Есть проблема. Какая? Пишет 350 километров на полном баке. Я предлагаю до Талова. Вот, то есть, типа, если мы еще раз остановимся на заправку, то, скорее всего, мы проиграем. Раз такое дело, предлагаю ланчтайм. А какой-то что-то как будто бы обед будет, а то там 25 людей не кормлены. А, ну, кстати, к слову, мы проехали уже больше полпути. Так. А вкусно, как пахнет. О-о-о. Давай тоже поешь, там еще есть. Ну что, ребят, мы вернулись из вагона бистро. Говорю тихо, потому что дети спят. Проводник говорит, что... Вас не было, у вас входит в стоимость билета гарантированное питание. Сэндвич, горячий напиток и снэк. Я думаю, если посплю с часика полтора. Ну вот так. Я не намекаю, просто говорю, насколько комфортно. Блин, это очень крутая гонка. Расстроюсь ли я, если проиграем? Да. Мы сделали ставку на эту лошадь, на коня самолет. Ну что делать? Будет быстрее Никитос, ну красавчик. Будем быстрее Нигабар, красавчик. Будем быстрее мы самые лучшие. У нас есть момент, мы должны узнать, сколько сейчас Пулково Дворцово. 40 минут показывает. Это норм. Это мы пока в графике. Я говорю, смотри, пилоты там сидят, наверное, такие. Мы сейчас просто чуть разорвем Никитоса и Сапсан. Давайте, мужики, штурвал в руки. У нас есть чат. Сейчас мы напишем, что у нас рейс на 30 минут задерживать. Сейчас эти так обрадуются. Ты увидишь эту реакцию, братан. Сейчас начинается гонка. Подпишись на канал, поставь лайки. И все делаем для вас. Сердце. У тебя стучит? Ну ты переживаешь? Ты нервничаешь? Я стараюсь не переживать. А я нервничаю. Я... Держу себя в руках, со всей силой, на самом деле. Держишь? Ребята! Лёха Столяров, сообщение! Блин, у нас задержка, пишут на 30 минут! Просто! Смотрите, это может быть пранк. Давай его наберем. Да, братан. Да, братан, здоровочек. Ты как там? Слушай, ну нас задерживают самолет, мы вот еще не сели даже в самолет. Да ладно, не разводи, я посмотрел расписание рейсов, нет у вас никакой задержки. Я все знаю, я, кстати, тебя сейчас на слабо взял, я нихуя не смотрел просто. Короче, я в любом случае могу тебе сказать одно, что тебе рано радоваться, потому что знаешь, сколько мне осталось ехать в километрах, братан? 300, я знаю, 300 тебе осталось, да? Да, братан. Это полтора часа два, да, максимум? Ну, максимум, да. Но мы все равно очень идем. Мы взлетаем сейчас. Давай, приятного полета. Не забудь там пристегнуть ремни безопасности. Аварийные выходы находятся в передней части самолета, там не забудь. Вы тоже. Я слышал, что вы там на самолете BMW X5 называется. Поэтому вы тоже там пристегнуты будьте. Все-таки наив. Ну, конечно, ребят. Я этого Столярова читаю как открытую книгу. Я не первый год с ним знаком. 300 километров у него осталось. 300. Ну, чувак, даже если он 220 будет ехать, ну, нереально. Но мы за 2 часа точно доедем сейчас. За 2 часа. 300 км за 2 часа невозможно. Нереально. Пока мы испытываем довольно привычную технику на скорость, в этот же момент в Нижегородском Кремле объявляют победителя военно-патриотической игры «Зорница. Легенды будущего». Игра уникальна применением современных технологий. В игре приняли участие 240 подростков, где у каждого была своя роль. Медик, корреспондент, сапер и другие. Самое важное, что за время обучения участники получили навыки управления современной техникой, научились противостоять киберугрозам, выявлять фейковую информацию в СМИ и социальных сетях, а это важно в наше время. Спасибо движению «Первых» за крутой проект, а также Российскому обществу знания, Российскому технологическому университету «Мирея», Всероссийскому студенческому корпусу спасателей и другим партнерам, а также руководству Нижегородской области.
пар спит. Но пока как-то похоже на второе место, потому что Леша все еще торчит в аэропорту. Ну и надежда, правда, есть еще на питерские пробки. Папа в гонке теперь. Теперь мы с Димариком начинаем догонять пацанов. Ты что, побился? Долб, чувак. Тебя на борду отращу. Ты просто... Диман побрился, смотри, как ему идет. Ты топ. Вот это топ вообще. Ты просто Стэтхэм, чувак. Ты просто топ, братан. Другой. All this money on me make me wanna poop. Ну что, уже Дворцовая площадь ожила, появились люди вокруг, солнце вышло, я все еще стою здесь с флагом и жду. Я думаю, что где-то через полтора часа должны кто-то приезжать уже близко к Питеру. У Никитоса есть отрыв от Сапсана, но я не знаю, где Леха, потому что так как он в самолете, я не могу отследить его геолокацию, и мне кажется, что он еще до сих пор в Москве, а он уже летит. Я в предвкушении, честно говоря, жду, кто будет первый. Мы 25 минут как летим, и мы на айфоне умудрились прогрузить карту, и мы сейчас летим над высшим молочком, где-то примерно так. То есть, ну, полпути мы уже пролетели. То есть, я думаю, Никитос в данный момент, Великий Новгород, где-то вот здесь вот. То есть, ну, не быстрее. Я думаю, где-то вот здесь Сапсан. Держи кулаки за самолет. Держи. Пиши в комментариях, за кого ты болеешь. Габар, Никитос или Столяров. Что я могу сказать? Я уже предвкушаю победу. Не знаю, где сейчас Столяров. Самолета не видно пока что. Но нам осталось ровно 100 километров. Буквально 1 час, и мы будем на месте. Габара мы уже, по-моему, точно обгоняем. Потому что у него в 11.00 прибытие, по нашим расчетам, опять же. Может быть, там чуть по-другому, но мне кажется, что именно так. Господа, наш самолет приступает к снижению. Примерно через 23 минуты мы совершим посадку в аэропорту Пулково. Мы уже почти доехали до Питера, и здесь начался ремонт дороги. Из трех полос работает только одна. Скорость упала до 90 км в час. И это может реально обернуться поражением для нас. Потому что мы приезжаем в 10.40. Это примерно то же время, в которое должен Столяров на таксишке уже приехать к точке с аэропорта. Вот это вот, знаешь, да, это уверенность, что мы точно победим. Она улетучивается с каждой минутой, потому что когда мы подъезжаем, я понимаю, что осталось 27 километров всего лишь. Короче, борьба будет жесткая. Фотофиниш нам нужен по-любому будет, я чувствую. Столяров! Десять-десять-десять-пятнадцать мы должны сесть, братан. Мы должны сесть. В 10.30 я рассчитываю выйти из Пулково. Я планирую оказаться на Дворцовой в 11.10. Начинается самый главный волнительный момент, потому что у нас нет кишки, трап, автобус. У меня на готове и транспондер, и карта. Там пробка. Да. Видите? Да, на транспондер. Слушай, ну не там придурок какой-то. Назад встает. Давай. Господи, даже мы этот план не прокатил. Не, нормально, еще проскочили, хорошо. Да, блин, вот тут конкретный проб. 10.37 у нас прибытие показывает. Мы просто встали, сука! Пожалуйста. И по комфорту, и по цене, и по скорости я должен победить. Ну что, ребята, 10.21. Я поел, я поспал. И знаете, что я могу сказать? Наше детское это отделение, оно полностью занято. Но нам повезло не просто еще с этим местом, но и с детьми. Но они все дико спокойные. Я с кайфом проснулся и не просыпался вообще. Всем советую заводить чайка и смотреть, что будет в финале. Так, Пулково, какой столб возьмем? 39 минут платка, плюс 1 минута бесплатка. Ну, платка, да? Одну минуту. Вдруг это одна минута и сыграет. Блин, ну как будет обидно, если... Да, Никит.
Здорово, братан. Че, как оно? Нормально, 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 нормально. Приземлился? Я уже вышел. Чистый воздух Санкт-Петербурга ощущаю. Я понял. Ну, я в целом ощущаю тоже воздух пробок вот этих питерских идиотских. А ты где? Я рядом. Ты рядом? Ну, давай, братан, давай. Я тоже рядом, давай. Он говорит, как будто он уже там. Да, на самом деле. И звук у него... Как будто он на открытой местности где-то в пространстве. Блин, 22 минуты, 8 километров. Это, ну, 22 минуты это реально до мало. До этого мы 8 километров за 3 минуты проезжали. Я на очень сильной панике, мне еще очень сильно хочется писать. Это еще все в голову прилетает. Держись, зайка, держись. Я все. Держусь, я держусь. Давай, Никит, просто... Я делаю все, что мои силы. Все погнали. Очень медленно едут. Это битва. Е. Здрасте. Мы очень спешим по платке. Чем быстрее, тем лучше. У нас гонка между Сапсаном, самолетом и тачкой. Фу. Вот сейчас начинается настоящая битва. Ну, пока мы успеваем. Ну, Габара точно обгоним. Сапсан точно обгоним. Там от Ленинградки, да, да, 10-15 минут мы смотрели. Мы находимся в последнем вагоне. По-хорошему можно было затупить и отсюда бежать по вокзалу, как мы и думали. Но мы решили, сейчас мы пройдем весь поезд и выйдем в первом вагоне. Просто вылетаем с главного входа и пытаемся взять любого бомбилу. Готовы пожертвовать супернаценкой в надежде, что мы точно выиграем. Блин, вот... Слишком много менялось вот этого настроения. Вначале была неуверенность, потом супер-гипер-уверенность, что все будет четко. Теперь опять неуверенность. Меня сейчас бесит, что сейчас от меня опять не перестало все зависеть. То есть до этого все зависело от меня на трассе, насколько быстро я буду ехать там и так далее. А тут просто вот ты стоишь. Я просто стою сейчас, и время идет. А в этот момент, говорит, Столяров может ехать. А Габар точно едет. 11 минут. Почему так нервно? Самое лютое, это если мы подъедем, и подъедет такси Столярова, и мы вместе подъедем. Я буду бежать как никогда вообще. Ты его обгонишь. Как же ты медленно едешь, так спятый домой. Ну, что я могу сказать? Мы на финишной прямой. Я уже вижу локатор. Ноздря в ноздрю, ребят. Сейчас смотрим, 4 часа 24 минуты мы в пути. 4 часа 24 минуты. Я сомневаюсь, что Никита, ну, реально быстрее. Не мог он с центра Москвы до центра доехать в такое время. Даже если он и выиграет, он выиграет у нас минут 5-10 максимум просто. Блин, я вижу, что Леша выехал из аэропорта. Я вижу, что у него, пошли километры. Никитос где-то застрял по городу. Там просто какое-то мясо. Мне так интересно, кто будет первый. Реально, очень интересно. Борьба дикая. Вай, поворачивай! Идут все долгие, господи. Так, люди с покрашенными волосами, ради Христа, подождите. Думаю, они не верят в Христа. Ты же воды, пожалуйста. Нет, не идите, едь, Битл. Битл, едь, пожалуйста. Да идите вы, люди. Да почему так долго, почему, что за бред? Он не едет. Думали, что он приедет? Просто не едет, сука, край зеленый, блядь. Там и автобусы, и люди, и все, что только можно. Ну едьте, пожалуйста, ну не работает тут светофор, просто едь, блядь, едь, пожалуйста, едь. В моих глазах читается негодование. Да. Они просто не могут проехать. Вот машины едут, они просто ждут, пока все проедут. Ну же не нервничаем, да? Ну уже все, типа, что? Ну все, что от нас зависело, мы сделали, да? Ну все, все, мы быстро в такси сели, мы не ждали ни секундочки. Давай, 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 сейчас выходим. Левее, левее бери, сестра уже. А не такси случайно? А? Такси не подскажете? Обычно их просто... Ребята, где такси? Миллиард. Да, и ни одного таксиста. Ребята, выбежали из главного входа. Таксистов нет. Бля, что делать? Вообще непонятно. Вон таксист. Здравствуйте, до Дворцовой довезете? Сколько? Так, поехали. Максим, так, нам нужно, знаете что? Нам шпиль нужен максимально... Колонна, это, Александровская.
Да. Причем прямо на Дворцовую, как можно ближе, нам главное добраться к шпилю, до салона. Да. Вы мне будете снимать? Нет, это меня снимают. Вот, меня. Давай, выходим. Так в смысле, что значит? Я себя снимаю, себя. Только уверенность и победа. Внимание, сейчас мы поворачиваем направо. Все. Так, смотрим, X5 здесь. Скрестим пальцы. Нету. Вот где-нибудь вот здесь. Все туда, максимально к автобусам, нахер, вот она, этот столб. Нахрен, вот он, этот столб! Опа. Давай. Где флаг? Да хер его знает, где-то флаг должен быть тут. На стёре! Я верю, я дам! Акселерон! Постанова! Не может быть такого! Это постанова! Быстрее! Вы выиграли. Где Габар? А да ладно! Вы где? Ты только приехали? Ты шутишь? Блин, мы на 30 секунд быстрее! Реально? Реально! Мы... Сколько таймер у тебя пишет? На 4.54. Покажи. Вот то, что восстановил. 4.54. У меня 4.24, брат. А почему так? Вот так, так как пропишет. Все туда, максимально к автобусам. Нахер, вот она, этот столб. Нахрен, вот он, этот столб! Настёре! Что за жесть? А! Вспомнил! Я хотела его не напоминать. День, насколько я их опередил? Столяров вообще рядом! Короче, план у нас такой. Чтобы немножко эмоций вызвать у Столярова, все-таки, мы, естественно, сейчас уедем, чтобы он подумал, что никого здесь нет. Я надеюсь, меня не уволят потом. А, естественно, на стюре, как только увидит, что Столяров сюда подъезжает или подбегает, скидывает мне смс-ку, и мы, ну, просто подъезжаем вот так красиво, встаем аккуратненько. Просто ты лучший, нахуй! БМВ сила, просто я всегда это знал. Говорили. Мы на самом деле ехали прям очень рядом. Да. Вы когда сели, он был на расстоянии, у вас было 15-16 километров. Обои. Вы долго выезжали из аэропорта. Просто я быстро мы ехал. Мы не то, что долго выезжали, у нас ебать был, трап на... Ну вот и все, да. Тем временем хочу сказать, что время прибытия Габара в Питер. Габар просто отсосал. Габар, короче, должен Никитосу сотку. Я вот прям мазал. Она у меня уйдет на штрафы и на колодки новые. Ну, ребят, это... Хуй топ, это просто, слушай, какие эмоции, у меня аж сердце дребезжало, я да, такой еще, да, знаешь, да. А у меня с тобой заруба, это вечно, я понимал, что Габар проебет. Габар бежит, блядь, Габар бежит! Затащено! Мы первые, вон Никитос. Я тебя Серьезно? Уже отсюда вижу. Он, это точно не постанова? Я только что приехал. Реально? Вот, я мог. Вот, прям мы бежали. Разница 3 минуты. А Столярова нет? Столяров! Это постанова. Не может быть такого. Это постанова. Я последний. Да когда увидел Столярова, я понял, что постанова. Плюс к этому Настя пластмассовая. Она же заеб***ла, так со мной отыграла, ой, я приеб***итос. Где твой таймер? Братан, ты что с моей камерой делаешь? Я накидал ее на асфальт. Я поймал, что. А, ладно, скорость понятна за Никитоса. А на одного человека я потратил... Мы решили сделать такую историю. 500 тысяч лайков, и мы от нулевого километра бежим сюда, стукаем на стюрика и бежим обратно в нулевой километр. Москва, Питер, Питер, Москва. Да. Ребят, 500 тысяч лайков, а мы идем отсюда, я вам скажу. Так, ребят, потому что я уже встрял. А бабки. А, бабки, самое приятное это. Но учитывая, что когда ты был уверен, что ты только что выиграл, а теперь тебе придется отдавать 100 кусков, но ты чувствуешь какой-то... Осадок. Как будто что-то теплое. Смотри, на тебя льется. Честно тебе скажу, вот если тебе это станет полегче от этого, я хотел, чтобы Столяров мне их отдал, честно. Почему? Ну просто вот так от себя. А как блогеры повзрослели?
Ёба. Мы теперь в конвертах, потому я что. Я просто на карту. Потому что мы знаем Блиновскую, Лерчик. Там с НДС? Там с учетом чаевых забег. Не, давай проверим, пожалуйста. Покажи, что там есть деньги. Покажи, что там есть деньги. Я понимал, да. Ну, похоже на сотку. Друзья! Наш спонсор Габар, спонсор Best Friends, это было вся тусовка Best Friend, Лёха Столяров, Никитос, Габар. Ребят, обязательно подпишитесь на все социальные сети, у Габара выходит топовый контент, где он доводит пассажира абсолютно необоснованные, там почему-то просмотр около 300 тысяч, надо срочно делать миллионы. Ну а к этому пацану он делает что-то вообще абсолютно ебанутое. Он только что подвинул Давидыча в рекорде, поэтому... Это официальный рекорд. Это 4.24. В интернете такого никто не делал, сам быстро, да? Не-не, Давидыч делал из Москвы. Другие точки были. Там другие были точки, там прям короче. Он ехал на гораздо более мощной дачке. Он ехал, по-моему, и одновременно еще приседал. Там вообще... там вообще... узкая история. Друзья, 500 тысяч лайков, и мы делаем Москва. Питер, Питер, Москва. Просто за один день попытаемся узнать, что быстрее. Ну, давай, мы президент отеля. Вот что-нибудь такое. Не-не, 500 тысяч. Тяжело, ты бухал и жрал, и спал. Я не бухал. Ребят, я для сна. Я посвящаю эту победу вашей подписке на мой канал. Ладно, я посвящаю своей девушке. Каблук нахуй. Ребят, тут остались настоящие мужики. Пока, ребят, всего самого лучшего. Лайк. Лайк, подписка, колокольчик. Димарику отдельное спасибо. Голден Нику огромное спасибо. И Денчику, конечно же, огромное спасибо. Ну а как Настюрик? Настюрик. Оператор, который нас выручил, как тебя зовут? Ярослав. Ярослав из Питера чисто подорвался. Настюрик вообще красотка. Отыгрыш, конечно. Не подписывайтесь на YouTube. Это говорю, больше никогда. Ребята, в телеграм-канале мы выложим абсолютно... примерную сумму штрафов, с которой проехал Никитос.